Никита, скажу по секрету, если бы я играл не с тобой, я бы пошел слон h3 и выиграл бы ладью. Понятно. Дельфи после шестого хода говорит играть конь а3. Ну да. А зачем? Никита, что ты по проге играешь? Да, такая сильная прога, слышишь? Именно по ней надо играть. А зачем играть конь а3? Ты бы лучше спросил, зачем играть идиотский ход слон e6 со всеми своими последствиями. С какими последствиями? С плохими. А. Ну, не то, что с плохими, но я просто не люблю стоять раком. Это не мой стиль. Сказал 11-летний молодой человек. Я имею в виду... Первый, конечно. Сильно, да? Это не мой стиль. Я не люблю стоять раком. Я жестко сказал. Ой. Что-то на моей позиции сгущаются тучи. Все-таки, Платон, как так вышло, что ты до сих пор не КМС? То есть я понимаю, что там, наверное, в блиц играешь сильнее и все такое, но тем не менее. Я сам не знаю. Мне просто... Я норму-то взял, она у меня есть, но... Мне рейд этот обсчитает. То есть, я думаю, зимой-то я уже буду. Мне этот рейтинг никак не могут обсчитать. Ой-ой-ой. Никита, а ты во сколько лет КМС выполнил? 11. Вот вы задроты, а? А ладно, это плохой результат на самом деле. Угу. На полном серьезе говорю. Угу. У белых было плюс 4, куда они все растерялись? Плюс 4 было? Угу. Я думал, я понимал, что лучше, но что там плюс 4. Ну, просто я не сильно доверяю, если честно, анализу движка, который... Не-не, ну плюс 4, я думаю, что движок не мог ошибиться, если плюс 4, это слишком много. Может, там конкретно что-то было? Что там было? Я тоже не прокол плюс 4. Мне кажется... Да нет, перерез был, я его выпустил, да, это весь вопрос. Ну да, согласен, мне кажется, Дофи сегодня подвыпивший. Вообще обычно так. Ну какой там странный движок, вот, Никита, ты думаешь, какая сила этого движка? Да, 2500, 2600. С натяжкой. Он, короче, все просит рейтинговых партий. Кто все? Крови. Да, пульсар, это как там, толстый этот, ой. Михайловский, Вольный. Я же это записываю. Ну ладно, он здесь не обидится. Конечно, абсолютно. Я бы не обидел. Мне толстый этот. Капец. Вов, извини. Ты знаешь, что Вова толстый. Ничего личного. Ничего личного. Я просто видел. Ну, может, он просто не смотрит видео. Ой. Чего так долго играется-то, а? Ты просто Кирилл жжёт. А белые срубят флаг черным. Да, хотя у черных времени побольше. Знаешь, мне это ни о чем не говорит. Да, нет. Платону невозможно срубить флаг. Почему? Выиграть легко, а срубить флаг невозможно. Почему? Ну, потому что не пробовал это делать. Иначе бы не говорил бы такого. Не мам. Ну, здесь можно ничего согласить, или катать будете на талалы. Да, конечно, катать будем. Слабый идейный шахматист. Как спать тоже хочется.
А с это уже, конечно, ничья мертвая просто. Если не катаем. А после этого точно мертвая. Чем это катать? Ну, если ты спроси. Лишняя пешка. Я вижу лишнюю пешку на доске. Ладно. Жесть вообще, что происходит? А сейчас ты что ты видишь? Лишнее качество? Да. Господи, такие. Я вижу лишнюю ладью. Какие претензии? Давайте. Особенно, когда она прям ладью. Ты говорил, флаг нельзя срубить. Да, это я не знаю, что произошло. Ты видел, что на флажке Платон быстрее тупо двигает мышку, и причем раза в 2.5-3. Просто я не знаю, почему это вышло. Какие позиции аплодируют вам стоя? О, не-не-не. Никаких этих. Так, что это за вариант? Я не знаю, алфинь, что ты его играть, если ты не пошел. Я не понял из мора, я проход 34. Конь c7 тонко. Сыграйте вариант Найдерфа. О, кстати. Надо будет попробовать. Да, кстати. Потом я тоже могу за черного скатать. Да, за кого хочешь, либо месяц. Правда, если честно, я Найдерфа знаю от бога в кавычках, ну что, ладно. Я, конечно, великий знаток тоже. Ты же что-то смотрел по Найдерфу, а я так. Ага, вот это вариант Найдерфа, ага. Ага, 5 ходов, ага, 10 ходов, ага, все ж бан. Хорошо сказал. Коня вести на b4, черным. Это уродца с c7, да, он туда быстро придет, конечно. Два хода. Знаешь, мне что нравится Никите, он адекватный шахматист. Чего он? Адекватный шахматист. Он называет коня своим именем. Платон, похоже, живодер. Господи. Не, ну а как этого коня еще назвать? На E8? Ну да. Обычный русский парень. Вообще. То есть каждый русский парень... Жертва похмелья. А каким-то парень тупой, не понимает твою логику. На E8 пассивный, в армию не идет. Родину защищать не хочет. Давай же ходи тогда. F3, ты уже испугался. Нельзя. Следующим ходом коня на H3. Я ничего не... А, отличный план. Ладно, сейчас мат будет, но ничего не болит. Да вот, по идее, должен быть мат, но я как-то не вижу. Ну, ферзь H4, и пошли ставить мат. Да, и F4. И мат в два хода. Какой мат? Ну, слон бьет F4. Ну, слон бьет F4, что ты хотел сказать? Ну, слон бьет F4, да, но это же не мат. Или, может, ты хотел сказать, что я на слон F4, типа, слон F3 буду играть? Дельфи, не, ну Кирилл, наверное, прав. Надо сюда идти, но это не мат просто. Кстати, в том моменте первая линия Дельфи, знаешь, какая была? Нет. Конь D6. Понятно.
Господи, как вы долго играете эти партии, а? Нет, надо как-то играть, блин, надо как-то играть, тут с горы сливать каким-то нубам. Угу. Зачем играть быстро? Ой, зевок. Ладья 7, да. Я опаздываю, концерт. Нет, это не зевок, это жертва. Тонкая жертва. Ферзь d2, сходи, ферзь d2. Вот это уже зевок. Опять опоздала? Да, ну... У меня ферзь где-то между полем f4 и d2 было в этот момент. Как ты сказал. Ну, не надо смотреть с движком, это нечестно. Окей. Я уверен, что я хочу сдаться в этой партии. Давай, вызывай, погнали.